В Ахвахский район ограничили въезд из-за COVID-19. Связано это с увеличением случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Ограничения на территории муниципалитета будут действовать до 1 апреля текущего года. Согласно распоряжению, выезд и въезд разрешен лишь сотрудникам электросетевых служб, скорой помощи, полиции и руководства администрации. Также в районе временно приостанавливают деятельность всех торговых точек, кроме продовольственных. Что касается богослужений, они будут проходить в онлайн-формате.